Этот фонд Ярдан. Спасибо большое. Санкция фонда Ярдан, она просеку дает надежду людям с ограниченными физическими возможностями, пенсионерам. Надежда так продолжает жить, верить, то, что мы не одни, не одиноки. Вот. Поэтому очень благодарен этому фонду. Вот это акции. Вот. Нам эта поддержка очень нужна. Я одинокая пенсионерка, инвалид второй группы. Ходить не могу. Уже больше 3 лет на улице не выходила. Поэтому эта помощь мне просто необходима. Огромная-огромная благодарность руководителям этого фонда, всем-всем спонсорам и волонтерам. От души огромное спасибо.